сразу блиц-опрос от моих подписчиков. Давай, давай, давай. Тебе нравится твоя картавость? Да. Ты бы не стал ее менять? Нет. И дай кулачок моей аудитории. Дружище, ты искал надежного продавца? Я такого нашел. Футанжи. Низкие цены и быстрая доставка. Все нужные ссылки ты найдешь под этим роликом. Всем привет, дорогие друзья, всем доброго времени суток. С вами, как всегда, Герман. И сегодня у меня в гостях мой картавый брат. Ну, здравствуй. У меня просто кошка максимально дрессированная. Она когда видит то, что я видос снимаю, она такая: так, блять, я не мешаю, сейчас ебу. Да ты кошатник, как панда, что ли? Ну что, сейчас я тебе соберу составчик, и ты, надеюсь, приебешь с треском в первом же ролике. И, с одной стороны, это хорошо, минимум монтажа, да? Давай, трать монетки, надеюсь, у тебя... А вот нифига, у меня есть жетон драфта, то есть я подготовился, чтобы бесплатно этот ролик записать. Так, давай выбирай схемы мне, короче. Смотри, у меня есть 5 схем, и называй цифру от 1 до 5, а Гена все это вслепую делает. 5 схем, охуеть. А, давай первая. Первая? 4-3-3 защитная, ты все-таки хочешь, чтобы я от обороны был. Я не особо шарю в этих схемах. Воу-воу-воу-воу! Выбор капитана, и есть один усач. Усач? Да. Это что, это Ибра, да, получается? Да, да. Ну, судя по твоей реакции, там нету какой-то легенды, Ибра самый топовый, и вряд ли он выпал первым. Давай первый. Первый. Гаррет Бейл, ПФА. Ну, пойдет, пойдет. Ну, такое. Выбираем нападающего. Ну, здесь, в принципе, не важно. Окей, давай тоже первого. Я хочу собрать тебе максимально хуевые линки. Окей, ЛФА. Есть там кто-то прикольный у тебя? А, ты даже не представляешь, насколько. Че, насколько? Роналдо, да? Какой-нибудь обоссан? Да, тут есть и Роналдо, и Неймар, и Азар 89. Давай пятый пускай будет. Криштиану Роналдо! Добро пожаловать в мой состав. Блять, вечно меня на этих пидоров тянет, пиздец. Чувак, я не знаю, пускай будет третий. Третий. Третий, это Луис Густаво. И... Не знаю такого, похуй. Ты не знаешь этого футболиста? Я серьезно, я... Да я попробую просто угадать, в каком он клубе играет. Ай, бля, идите нахуй, я не знаю, в каком он клубе. Давай дальше. Долго ты пытался. Я ненавижу футбол. Футбол для пидоров, блядь. Так или иначе, сейчас у тебя есть возможность сделать зеленый линк для Криштиану Роналду. Позиция центральный полузащитник и аж два футболиста из Реала. Угу. Я сейчас хотел блеснуть своими знаниями мадридского Реала, но кроме Модрича я, блядь, никого не знаю. Ну... Ну одного ты угадал. Модрич есть. Родригес, да, там еще? Нет, Кросс. Окей, давай Кросса попробую выбить. Сколько у него там пейс, блядь, 22? 45. Ну пиздец, ну то же самое. Модрич. Давай тоже будет третий. Это я Туре. Ну, это неплохо, но пока что только красные линки. Ништяк. А, бери кого... Нет, никого хочешь, первого бери, блядь. Голкипера. Хорошо. Голкипера, так голкипера. Ой, какие хорошие ребятки здесь. Они... Все? Ну, они золотые рарны, и у всех рейтинг 85 и больше. А какая самая хуевая лига? Ну, наверное, я не хотел бы этого Руфьера, француза. Ну ладно, давай возьмем его, вторая позиция. Это Льорис, тоже француз, но 88. АПЛ-очку все-таки собираем. Хорошо. Ну не знаю, сейчас по ЦЗ пройдемся, давай какую-нибудь ебанскую защиту тебе соберем. Давай первого ЦЗшника. ЦЗшник, давай, есть парень из АПЛ, есть... Слушай, тут много лик разных, испанцы есть. Ну нету, да, такого чего-то сочного, потому что ты такой... Ну да, обычно так, 80+. Я ни разу не выбирал четвертого персонажа, пускай будет он. Хорошо, это Ван Джик. Ставь лайк, если любишь члены. Не то, да, сказал? Ну я же это оставлю, ты понимаешь. Ну окей.
Смотри, второй центральный защитник, здесь все херово, но есть один парень, который мне просто необходим для сыгранности. Вот просто необходим. Че, Матье там какой-нибудь, да? Это испанская лига, да, и Франция, то есть прям очень хорошо. Окей. Так, знаешь, сейчас бы закинуть музыку какую-нибудь, как «Кто хочет стать миллионером». Да-да-да, и причем я тебе тут подсказываю мысленно, какую цифру выбирать. Не-не-не-не-не, уйди со своими мыслями, пускай это будет пятый. Да! Блять! Мангала, отлично, в сыгранность просто попадаешь. Испанцев мне с этими, с англичанами. Ебучее внедрение. Давай, первое. Первого. Жезус. Чё, красную собрали? Да, и правый защитник. Правый защитник, и здесь, под сыгранность может попасть немножко мне. А можно не попасть, да? Можно не попасть, но лучше попасть. Давай второе. Спасибо. Испанцы взял. Слушай, мне нравится с тобой играть. Очень нравится. 3 нерарных карточки, 1 бич рарный и информ крутой, который мне очень нужен для сыгранности. И просто реально у него большой рейтинг. Блин. Искренне хочу, чтобы я в него не попал. Давай, пускай будет первый. Да! Господи, как ты круто делаешь? Гюндоган 86. Ненавижу этих гандоганов, блядь. Давай, знаешь, как сделаем такое максимальное комбо? Блиц. Блиц резерв. Абсолютно все позиции выбирает третьи. Окей, хорошо. Блиц. Так, это нормально, это... Я передумал! Первый ладно. Игуаин 89, чтобы ты понимал, это неплохо, там, конечно, сыгранности нет, но это лучше, чем Илюлич, которого ты выбрал изначально. Очень хочу посмотреть на состав, который я собрал, ты же скинешь мне скриншот или демонстрацию экрана? Пиздец! Не. Так. Вот, ты еще и Роналду на СТ поставил. Ну, конечно. Две красные линки. Как? Этот пидор ничего не сделает. Надеюсь, все твои соперники будут играть через левый фланг. И, блядь, ебаная сыгранность. Она меня просто радует, чувак. 69. Я сейчас сижу в своей футболке. Ровно. Сука, у меня наушники упали. Не. Все, чувак, удачи проебать, как доиграешь, напиши мне ВКонтакте, спойлер небольшой. Друзья, прошло полдня, а у меня только дошли руки до того, чтобы сыграть матчи с составом, который мне собрал Гена Миллер. Первый соперник, надеюсь, не он же последний, Криштиану Роналду, Неймар и Нани. Надо проснуться, друзья. Дальше Луис Густаво видит щель на Криштиану Роналду. Что? Это слишком просто. Вот реально слишком просто. Да, Гюндоган увидел Туре. Я в ближний угол. Ой, как Гюндоган отлетел. Бэнг, 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 бэнг. Гюндоган с нами. Друзья, это выстрел. Просто выстрел. И все-таки в этой фифе можно просто бегать. Просто бегать. Гаррет Бейл. Передача. Неужели, хотел сказать, не залетит, но залетела. Не женщина, а мяч в ворота. Не знаешь, что делать с мячом. Просто падай в штрафной площади. И сразу же назначается пенальти. Если сейчас забью, то нырну так же, как Криштиан. Я Туре. Ой, пятая! Как она не залетает? А это не считается. Это не считается, потому что я был не готов. Чудо-треугольник. Просто чудо-треугольник. У всех центральных полузащитников оценка 9,3. 4-1, первая победа, и это всего лишь первый матч. Криштиану Роналду. СТ. Первое. Беги, Азарчик, беги, родной. Не просто так ты нам выпал. Зачем ты упал, дружище? Это было зря. Это было зря, потому что это 1-0. Криштиану Роналду сиськи. Отлично. У тебя тоже есть Криштиану Роналду, ты мне хочешь сказать? Ой, какой вынос. Какой ужасный вынос. В
Второй тайм. Попробуй. Попробуй забей нам называется. Гаррет! А, купился? Купился! Вот теперь удар был, но... Но удар Гаррета не залетел. А вот Азарчик. Просто молодчинка. Абумиянг. Ну, это 2-1. Это 2-1, конечно. У этого футболиста пейс там 120. Обычно так же говорят, да, когда пропускают от Абумиянга. 2-1, друзья. 2-1. И это уже крутой результат. Хочется финал. Вот прям реально хочется финал. И вот там уже можно будет проигрывать. Деннис Беркамп. Криштиану Роналду. И вообще. Сразу Луис Густаво. Вратарь. Гюндоган. А ты неплохо разбирался в первых матчах. Ой. Криштиану. Нет! Просто, ну что это? Серьезно? Вратарь же отбил. Ну что за бред? Просто сел жопой на мяч. Мяч выкатился и опять на ногу Роналду. Тихо, доставай, доставай, Туре, развернулся на Гюндогана, и Гюндоган помнит, как решать такие моменты. Криш, что? Ты даже пустые не добил. Вижу поле, мяч держу и на лавочке сижу, давай, дальше, тихо, ну пробей, Азар, ты хотя бы пробей, кто-нибудь пробейте. Густаво, ой, Туре, пробей, что? 1-1, 90-я минута, и мы продолжаем играть в полуфинал. Я не понимаю эту игру. Вот реально не понимаю. Почему у одного человека залетает, а у другого нет? Можно паузу нажать. Что? Ты... Серьезно? Как? Просто объясните, 3-1! Как у меня горит! Ну, Азар! Блять, забей! Ну здесь-то уж, до верного, да я не понимаю, ну почему? 3-1. 3-1, друзья! 3-1! 120-я минута, потрясающая игра. Обожаю ее. О, Бенатья. 83 рейтинг. Ройс. А я это реально на какую-то секунду поверил. Алло, ну короче, я выиграл драфт, и мне Криштиану Роналду выпал. Ты пиздишь. Спасибо тебе большое, ссылку на Гена будет в описании, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Вот. Это очень странно, вы снимаете звонок, я сейчас вообще в туалете сижу.